Сборная команда Днепропетровской области завоевала третье место на чемпионате Европы по рукопашному бою, который прошел в Дальцине. В двухдневном турнире принимали участие представители 15 стран мира. На соревнованиях разыгрывались 5 путевок на чемпионат мира. Наш земляк Павел Москалев занял третье место в соревнованиях по hand-to-hand файтингу. Кроме того, Павел завоевал золото в категории ката с оружием и без него. Участники состязаний отмечают случаи предвзятого судейства в отношении украинских спортсменов.